Друзья, привет! Приехали на рыбалочку на Жерлице с другом Алексеем. Расставились. Первые подъемы уже были. Одну уже получилось поймать. На улице минус 13. Вот сейчас тут разжигаем печка. По две луночки сделали, плотвички подловить на живца, посидеть, да и так погреться. Вот наш шмурдяк. И вот одна съедобная. И три еще пустых загара. Алексей, скажи привет. Привет, товарищ. Погода класс. Ловим. Ждем. Печечка у нас греет. Брикетиками отапливаемся. Будем сегодня готовить макароны по-флотски. Вот, плотвичка. Алексей плотвичку тащит. Плотвичка хорошенькая. Да, да. Вот и подъемчик. Далее. Не натянуто. Это плотва сковородочная. Сковорода. Иди чисти сейчас ее сразу на сковородку. У меня сиротская ложка. Ребят, даже показывается. Они одолели уже спички. Ой, красота уже. С приправками. Так, с тушеночкой. Ой, мясо сколько, класс. Говядина. Вообще шикарно. Сейчас. Да. Все, и жирочек туда. Это все, третий раз это. А, и это третий раз? Не перерыв, песок он заполнил по лицу. Да, 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 да. Уже знать смысла нет. Да, уже сколько стояли. Холостая, ребята. А живчик на месте, нет? Нету живчика. Окладываем, клюв. Нас не радует. По крайней мере, щучи. Плотвичка-то вроде поклевывает. А вот. Щука. Она-то... Щука отказывается. И она-то перестала. Ну да, ну сейчас еще ближе к обеду время у нас идет уже. О, у нас вкусняшенько. Бульончиком, да. Ложка. Ну как? Она вроде помещается. Но вкусно. Тушенка зачетная. Так, ну вот, в общем, такой вот улов. Не особо, конечно. Хотелось бы щучки-то половить, но... Алексей. К сожалению, Алексей. Печка, рыбка. Ну, я ей, конечно, доволен. Мне нравится печка. Аккуратная, небольшая. В палаточке вот вдвоем сидели. Спалили мы за целый день пол пачки брикетов. Прям вообще довольны. Очень довольны. Сейчас буду собирать. Остудил ее. Классная печь. Все, до новых встреч на водоеме.